Я просто сидел и, как обычно, готовился к записи. Перечитывал еще раз сценарий, настраивал Roblox, ну, в общем, все как обычно перед съемкой видео. Это видео я уже довольно замученный, потому что это была, наверное, попытка 20-й его записать. Мне постоянно кто-то мешал, то новички, то попрошайки, то, может, какие-то донатеры. И в момент, когда я себе выбирал мечи, ко мне подходит какой-то новичок. Я подумал, что это обычная попрошайка, ну, в принципе, как обычно, но он написал «Привет и не бей меня», что показалось мне довольно странным. И по последнему сообщению я точно убедился, что это обычный новичок. К тому же попрошайка, но просил он не фрукт, а деньги. И это сообщение меня заинтересовало. Я ему написал «Привет». Но даже после моего «Привет» он все равно продолжал писать «Пожалуйста, дай денег, прошу». Я даже не успел ему объяснить, что здесь нельзя давать деньги. Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами я, Каразан. Перед началом этого сборника я бы хотел сказать одну важную информацию. В моем телеграм-канале проходит новогодний конкурс, призы вы можете видеть на экране. А также такой же конкурс проходит и в Дискорде, ссылки на них будут в описании. Ну что ж, не буду долго затягивать, прожимайте лайки, подписывайтесь на канал и приятного просмотра. Но все же я ему написал, что здесь нельзя передавать деньги. Далее он меня спросил, где же здесь взять фрукты. Его, в принципе, можно понять. Когда мы все начинали играть, мы тоже не все всегда понимали. Далее он достал из инвентаря фалькон. На самом деле фрукт-то неплохой. Но все же для начала он такой себе. Я ему ответил, видишь, тут справа от меня торговец. У него можно взять фрукты, но с 50-го левела. Он согласился, чтобы я ему купил фрукт. Так, давайте, в принципе, его откроем, почему бы и нет. Так, подходим к NPC, хорошо. Я надеюсь, выпадет какой-то хороший пружинный фрукт. Ну, в принципе, новичку может и нормально будет, я не знаю. Он мне написал спасибо, и я решил у него спросить, разбирается ли он вообще в фруктах. На что он мне отвечает, что он не очень сильно в них разбирается. Так, я ему написал, что для начала он ему будет неплохой, и чтобы он его съел. Он написал, окей, ну ждем, пока он его съест. Кстати, мне интересно, почему вот новичок тут совсем один? У него по-любому же должен быть там друг, не знаю, какой-то. Нужно будет его об этом спросить. Так, ну, он съел фрукт пружины и пошел выпрашивать у другого. Кстати, ему выпал фрукт алмаза. Если он даст его этому новичку, будет очень хорошо. Я предлагаю помочь этому новичку, видео на потом отложу просто. Ему все-таки дали фрукт алмаза. Я думаю, он будет получше, чем фрукт, то, что я ему дал, поэтому я ему написал, чтобы он его съел. После этого он поблагодарил того, кто дал ему этот фрукт. Ну, это все отлично, но я предлагаю все-таки переместиться в более... Ну, я люблю тебя. Я предлагаю переместиться в более уютное место... Спасибо. И все-таки поговори с ним, как он здесь оказался и что произошло. Он у меня еще раз спросил, что ему делать с этим фруктом. Я ему сказал, чтобы он просто взял его с собой, и мы ушли, потому что там происходило очень страшное. Теперь все-таки предлагаю узнать, что он здесь делает. Я ему задал прямой вопрос, играет ли он с другом, с подругой, может еще с кем-то. Он мне ответил, что они начинали играть вместе с другом, но они поссорились и перестали вместе играть, поэтому он остался один. Да, на самом деле неприятная история. Не знаю, может попробовать его научить играть в Bloxfruit? Первым делом я решил спросить, какой у него уровень, чтобы узнать, на каком этапе игры он находится и насколько он новичок. Он ответил, что у него 10 уровень. Я решил ему помочь, потому что с ним произошла не очень приятная ситуация, но при одном условии. При том условии, что он подпишется на мой канал. Он любезно согласился на мои условия, я ему скинул ник канала и ждал его подписки. Ну а пока я жду, пока этот новичок подписывается на меня, вы тоже не забывайте подписываться и ставить лайки. Ну а далее мы отправились в наше путешествие. Мы прибыли на остров джунглей, и я ему написал, что мы пошли фармить ему левел. Далее он взял квест, начал фармиться, ну а я просто стоял и наблюдал за этим. Когда же он нафармил 15 левел, я ему сказал о том, что у него уже открылся следующий квест, и мы пошли его брать. Я ему сказал, чтобы он взял квест на горил и шел за мной. И нашел, что Денчик ему больше не друг. Ребят, сейчас произошло что-то очень странное. Я предлагаю уточнить у нашего Денчика, что же все-таки произошло с ним и его уже бывшим другом. Я у него спросил, кто же это все-таки был. Он ответил, что это был его друг, с которым они вместе начинали играть, развивались. Но раз уже не поссорились, все-таки что-то пошло не так, и я решил это уточнить. Так а что между вами произошло? Ну, слушай. Ну а началось все с того, что Димончик спокойно себе стоял и фармил бандитов на начальном острове, как тут к нему подбежал Денчик. И написал «Привет, я новичок, давай дружить».
На что Димончик согласился, потому что он сам был новичком и ничего не знал в этой игре. Далее они узнали имена друг друга, что и так уже было понятно по никам, и они подружились. Так и началась их история дружбы. Да, небольшая, да, с плохим концом, но все-таки началась. Поначалу они фармили бандитов, дружили, вместе сражались, ну и все такое. Даже купили свои первые мечи вместе, один катану, другой саблю. Далее нашему Димончику пришла в голову идея, а точнее план на свое будущее развитие. Он захотел стать сильнейшим мечником. Не знаю, в Блоксруте, в море, может быть даже в вселенной Ван Писа, но все-таки сильнейшим мечником. На что наш всеми любимый Денчик ответил, что ему больше нравится оружие, и он не знает, что он хочет в будущем. Когда Денчик не согласился с его идеей, Димончик подумал, что он его кинул. На что Денчик просто ответил, что сам играет в свой Блоксфрут, ну и просто вышел. Ну, в принципе, ему больше ничего делать и не нужно было. А одному в Блоксфруте очень скучно, ну либо же просто сложно развиваться. Ну и потом он встретил меня. Да, конечно, неприятная ситуация произошла с ним и его другом. Как бы вы поступили на его месте, напишите, пожалуйста, в комментарии. Я спросил у него, что же он планирует делать дальше. Ведь он остался совсем один в Блоксруте, без друзей, без знакомых, кроме меня. И я не знал, что можно одному делать в Блоксруте новичку. Он ответил, что он хочет купить себе пистолет. Это первоначальное оружие для стрелка. Ну либо же, как он выбрал, путь оружейника. Но он не знает, где его купить. Но я, как профи уже в Блоксруте, решил ему помочь. Я его отвел на остров, где можно купить рогатку и пистолет. Ведь он хотел стать оружейником, а не просто каким-то бомжом. И так как Денчик уже чему-то научился, он понял, что NPC находится справа, но я решил ему уточнить. Он купил себе первый пистолет, и я надеюсь, что он исполнил свою первоначальную мечту. Далее, с хорошим настроением и поднятой вверх головой, мы отправились в наше следующее приключение, а именно на новый остров. Я отдал ему приказ брать следующий квест и начинать фармить себе на новый уровень и на новых NPC. Он же в свою очередь ответил, что так точно капитан, значит он меня считает уже своим капитаном, а я его накама. Денчик погнал фармить, мне кажется ему даже это понравилось, тем более что он был со своим любимым оружием и начинал исполнять уже свою любимую мечту. И тут появился тот, кого мы вообще здесь не ожидали увидеть. И пока наш накама спокойно себе фармился с фруктом, оружием, стилем боя и все, что он успел приобрести за это время, внезапно появился Димончик. Я в это время отошел от компьютера и не заметил, как они снова встретились. Наш новичок снова встретил своего старого друга, с которым сложился не очень приятный диалог. Денчик спросил у него, что он тут делает, а Димончик припомянул ему за старое предательство. И у них опять сложилась совестная перепалка, где Денчик говорил, что он его не предавал, а Димончик начал с угроз. Димончик сказал, что ни я, ни Денчик не сможем его победить с его командой. Он себе поставил цель доказать нам, что он все-таки сильнее, чем я и Денчик вместе взятые. Я у него спросил, что же он планирует делать с этим, на что он мне ответил, что у него есть ко мне просьба. И на ответ какая, я получил просьбу о помощи. Ну а точнее, чтобы я ему помог развиваться и в принципе с выживанием. Он сказал, что он хочет стать сильнее и победить своего бывшего лучшего друга. Ну и раз он хочет, я буду не против ему помочь. Я-то помогу, мне не сложно, но мне вот интересно, он реально это хочет все сделать или это было сказано на эмоциях? В любом случае, все, что я могу, это помочь новичку. Он долго фармил, старался, но надолго нашего Денчика не хватило. Но по крайней мере он уже начал стараться и даже немного прогрессировать. И он подошел ко мне за советом, как быстрее развиваться. Но выбора было немного. Здесь можно только либо скачать читы, либо ходить и добросовестно фармить, чем мы в принципе и собирались заниматься. Но я вспоминаю про X2 промокоды, ведь когда я был новичком, они мне тоже очень сильно помогали. Можно было бы, конечно, получить X2 опыт на 10 минут с ивента, но мне было лень. Да как и Денчику тоже, в принципе. А найти их вы можете так же само, как и Денчик, по ссылке в описании. И вот тут уже пошел фарм. Денапл левел за левелом. И так мы оказались уже на острове пустыни, либо же остров Алабаста. Но этого все равно не хватало. Поэтому ему нужен был лучшее оружие и лучший стиль боя. Я его позвал и решил ему кое-что предложить. Я ему сказал, что ему нужно что-то посильнее. Он у меня спросил, что я предлагаю. Я ему сказал, что ему нужно будет накопить 150 тысяч. Но, как вы уже догадались, это будет стиль боя черная нога. Но так как Денчик и понятия не имел, о чем я говорю, я ему сказал, что он изучит новый стиль боя. Это и было ответом на вопрос, зачем так много копить. На самом деле, это очень немного. Но для новичка это все-таки приличная сумма. Он у меня спросил, станет ли он самым сильным. Я ему ответил, что самым сильным он точно не станет. Но если он будет осваивать его, то он станет просто намного сильнее. И сказал, тогда я пойду фармить. Ну а пока он фармит, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Как только на этом видео наберется 50 лайков, я как можно быстрее выпущу новую серию.
Но все-таки мне не давал покоя один вопрос, поэтому я подозвал Дэна и спросил у него, как он думает, будет ли кто-то помогать его другу или вообще друг про это забудет. Он сказал, что он не уверен, будет ли он вообще что-то делать, но он все равно хочет стать сильнее. Но на самом деле это правильно, потому что даже если его друг не придет, Дэн у нас будет все равно сильно. Я понял, что ему нужно стать намного сильнее, ведь иначе он не сможет попасть во второе море. Если в первом море его убивают, он проигрывает, то ему просто не выжить. Я принялся за его тренировки. И вот наш Денчик уже убивает последнего босса первого мира. С волей, мечом, прокачкой, аксессуарами, ну и всем остальным. Он мне сказал, что он стал намного сильнее и уже готов отправиться во второе море. Но это еще не все. Ему нужно было победить адмирала Дозора. На что он мне отвечает, что он готов. И вот мы уже отправляемся к детективу узнавать, где находится адмирал, и чтобы он нам дал ключ для сражения с ним. Я у него спросил, точно ли он готов. На что он мне ответил, что да, он готов. Он пробудил волю, добыл себе нормальное оружие, сделал его V2, ну и в принципе все, что нужно, он уже сделал. Я ему сказал, чтобы главное он помнил то, чему я его научил. Они долго сражались. Я думал даже, что Денчик проиграет, но все-таки он его победил, хотя у него оставалось очень мало жизни. Но в итоге Денчик победил, подошел и сказал мне, что он смог. Я ему сказал, что уже пора отправляться во второе море. Но в итоге Денчик победил, подошел и сказал мне, что он смог. Я ему сказал, что уже пора отправляться во второе море. Денчику понравилось во втором море, и он сказал, как здесь красиво. Я написал ему, что неплохо. Ну а также он спросил, куда ему идти. Я ему ответил, чтобы он шел за мной, ведь на словах ему будет очень сложно объяснить, куда здесь идти. Я провел его квестовую NPC, на самом деле его было легко найти, в отличие от ботов. Ну точнее для меня было его легко найти, для Денчика же это стало очень большой проблемой. Я ему сказал, что вот его NPC. Он взял квест, однако он спросил у меня, где находятся враги. Они находились прямо за ним, но он этого не знал. Поэтому мне пришлось его провожать. Я ему сказал, что мы пришли, и он пошел фармить. Я наблюдал за тем, как он фармит, и мне пришла в голову идея. Он же уже перешел во второе море, а значит, он может трейдиться, получать новые фрукты и так дальше. Поэтому я думаю, что ему для удобства подошла бы Будда. Но так как фруктов у меня много, я решил все-таки узнать у Денчика, чего же он хотел бы. Я спросил у Дэна, какой фрукт он хочет. Он мне сказал тесто или дракон какой-нибудь, он в них до сих пор не разбирается. Да, конечно, ему еще учиться и учиться, но я думаю, что на драконе ему банально будет долго фармить мастера. На тесте тоже, но оно уже будет чуть попроще. Я ему сказал, что это говорил не просто так, и во втором мире можно обменивать фрукты. А также он может обмениваться не только со мной, но и с другими игроками. И я ему сказал, что у меня есть для него подарок. Он меня спросил, какой у меня для него подарок, и я ответил, что это фрукт Будды. И он у меня спросил, хорош ли Будда. Я ему сказал, что для фарма очень. Тем более, если его пробудить, то он будет прям вообще отличным. Далее Дэн задался вопросом, пробудить фрукт сложно или нет. На что я ему ответил, что нет, больше долго, но ничего, мы справимся. И что неудивительно, дальше Дэн говорит, что у него проблема. Я спрашиваю, какая? Он сказал, что у него нету фрукта, чтобы обменяться со мной на Будду. Я ему сказал, чтобы он не парился, и мы что-то придумаем. Он ответил просто, окей. Я ему показал, где находится кафе. Мы постояли немного, покрасовались и зашли внутрь на разговор. Он мне сказал, что во втором мире оказывается намного круче, чем в первом. Я ему ответил это да, он многого не видел. Но он правда многого не видел. Он не видел новые стили боя. Он не знал, что такое фабрика. Он не знал, что такое рейды. Он не знал абсолютно ничего. Он сказал, что Димону никогда не дойти до его уровня. Я ему сказал, может быть, но чтобы он не зазнавался слишком рано. Новостей от Димона не было слишком давно. Мы могли даже подумать, что он попросту перестал играть в Блоксфрут. Он у меня спросил, что я говорил про пробуждение фрукта. Я ему ответил, что ему нужно будет пройти рейды. Далее поступил логичный вопрос, а что такое рейды? Я ему сказал, что это прохождение 5 островов, а также убийство босса на последнем. Но у Денчика такая особенность, что он думает, что это все легко. Рейды доступны с 1100 уровня, у него только 700. Он спросил, это что-то типа квеста? Я ему ответил, что что-то по типу того. Но он был еще слишком слаб для рейдов, ему нужен был 1100 левел, поэтому мы отправились фармить. Ну а пока Дэн фармит, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, и чем больше будет на этом выпуске, тем быстрее я начну снимать новый. А также напишите в комментариях, как вам такой формат видео. Мы прибежали к квестовому NPC, и Денчик у меня спросил, где здесь босс. Я не понял сначала какой, но потом вспомнил, что ему нужен алмаз, но я решил переспросить. Он сказал, что да, алмаза, он его не может найти уже 10 минут.
Я ему сказал, пойдем за мной, и показал, где находится алмаз. Я ему сказал, что мы пришли, и он пошел убивать босса. Предварительно сказал мне об этом. И когда Дэн уже фармил на Панкхазарде, он сказал, что у него 1К левел, и он хочет пойти на рейды. Я ему сказал, что этого будет мало, но все-таки можем попробовать. По крайней мере, нам нужно было пройти всего один рейд. Ну, точнее, мне Дэн там просто чуть-чуть помогал. Далее мне стало немного скучно смотреть за тем, как Дэн фармит. Я решил пойти открыть фрукт, а также покрутить что-нибудь за Костю. Я подошел к нему и сказал: «Дэн, я пойду открою фрукт, а ты дальше фарми». Он ответил: «Окей». Я телепортировался в кафе и пошел открывать рандомный фрукт, но, к сожалению, мне выпал фрукт пружины. Я просто зря пришел в кафе. Далее я пошел крутить рандомные сюрпризы за Костю. У меня было больше 700 костей, поэтому я просто крутил, получил 2 икса опыт, деньги, ну и всякое такое. Даже получил фрагменты. И вот здесь мне выпадает фрукт барьера. Я очень удивился, так как я не знал, что отсюда можно выбивать фрукты. Я прихожу на место, и никакого Дэна там уже нету. Есть только какой-то челик, который бегал сверху со стороны в сторону. Я решил к нему подняться и уточнить, что здесь происходит. Может, он видел Дэна? Я ему написал: «Привет». На что он мне, не поздоровавшись, отвечает: «Ты случайно не Дэна ищешь?» Я даже не знал, кто он, но я был в шоке от того, что он мне сразу же написал про Дэна. Я ему сказал: «Да, я ищу его, но откуда он знает?» На что он мне отвечает, что его похитили. «Ты случайно не Дэна ищешь?» Я даже не знал, кто он, но я был в шоке от того, что он мне сразу же написал про Дэна. Я ему сказал: «Да, я ищу его, но откуда он знает?» На что он мне отвечает, что его похитили. Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами я, Каразан. Сразу скажу, что на эту часть ушло много сил и времени, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и заходите в наш Телеграм и Дискорд сервера. И отдельное спасибо я хочу сказать этим донатерам, которые поддерживают мой канал на стримах. Ну что ж, не буду долго затягивать. Приятного просмотра. Я у него спросил, кто он. Он мне ответил, что он друг Дэна. Я у него спросил, что здесь произошло, и он принялся мне рассказывать. Пока Дэнчик спокойно себе стоял фармил, в этот момент подбежал Димончик и просто его тэпнул в неизвестном направлении. Я у него спросил, и что теперь делать, потому что мыслей в голове у меня даже не было. И я уже 100 раз пожалел о том, что я пошел открывать фрукт. Он сказал: «Не знаю, наверное, идти чай пить». Я понял, что это сарказм, но все равно чайку попить я бы был не против. Его нужно было идти искать, что нам еще оставалось делать. Я спросил у него, есть ли у него идеи, потому что он тогда присутствовал и в принципе у него могли они быть. Он сказал, что они могут быть где угодно, и в этом заключается наша главная проблема. От Димончика, конечно, такого не ожидал, но нужно было что-то делать. Я сказал, что нужно поискать его. И мой новый друг Чоппер сказал хорошую идею. Нам нужно было разделиться. Я искал на главном острове Дресс-Роуз, а он пошел искать по островам. Наш новый друг сказал, что после поисков мы встретимся в кафе позже, на что я просто согласился. И я отправился на поиски Дэнчика с Димончиком. Я его искал долго, и хоть я понимал, что шансов его найти мало, все же надежды я не терял. И в итоге, когда я никого не нашел, я просто решил вернуться в кафе. Да и Чоппер тоже куда-то пропал, но все же я сидел, и он пришел. Я надеялся, что он придет ко мне с хорошими новостями. И в надежде на то, что он мне скажет, что он нашел Дэна, я начал с ним диалог. Но он мне сразу сказал, что он его не нашел. Я у него спросил, искал ли он везде. Он сказал, что да, он искал везде, но его нигде нету. Я очень расстроился, я решил уточнить, точно ли он везде искал. Он мне сказал, что он хочет найти Дэна так же, как и я, поэтому да, он искал везде. И на тот момент, по моему мнению, мне пришла гениальная идея. Раз уже они познакомились в первом мире, значит, может, они там. Он ответил, что все возможно. Я ему предложил пойти в третий мир, но он сказал, что он еще раз перепроверит во втором, и я ему сказал, чтобы он подождал меня в кафе. И так я снова отправился в Первое море. Я посетил множество островов в Первом мире, но надежда все-таки не угасала. И после того, как я его не нашел, я отправился в Средний город. Ну а тем временем нас Чоппер пришел к Димончику и Дэнчику. Димончик спросил его, Каразан ничего не заподозрил. На что Чоппер ответил, что нет, все прошло успешно, и он сбил Каразана со следа. Димончик похвалил Чоппера и сказал, что Каразан их никогда в жизни не найдет. И Димончик отдал приказ Чопперу, чтобы он пошел в кафе и сбил со следа Каразана, чтобы он никогда их не нашел. На что Чоппер сказал, так точно, капитан. Дэнчик спросил у них, зачем они это все делают. Димончик ответил, что Каразан даст за его голову неплохую награду.
Денчик крикнул: «Отпустите меня!» На что Димочек сказал, что если он не замолчит, то они снова его опустят в воду. И вот наши герои уже встретились в кафе. Я сказал, что я его не нашел. Далее произошло то, что меня просто шокировало. Чоппер пишет, что ему надо кое-что мне сказать. Я уже обрадовался и подумал, что он его нашел. На что он мне сказал, что нет, но ему нужно признаться. Димончик оказался его капитаном. Он не был никаким другом Денчика. Я был в ярости. Я у него спросил: «И ты все это время молчал?» Я был готов его убить прямо на месте. Я ему так и сказал: «Ты же понимаешь, что я тебя просто сейчас убью?» Я у него спросил: «Где Димон?» Я был уже готов к сражению, поэтому я просто нацелился на него своим ударом. Он мне сказал, чтобы я успокоился, и он хочет мне помочь. Я решил дать ему шанс и не ударил его. Я был на эмоциях, поэтому сказал: «Чем ты мне поможешь? Ты и меня хочешь похитить?» Он мне сказал, чтобы я его выслушал, я убрал свой меч и сел на стул, так как у меня больше не было других вариантов. И он мне рассказал то, что он был верен своему капитану, но его капитан сошел с ума. Поэтому он хочет помочь мне и спасти Денчика, который был ни в чем не виноват. Я хотел узнать хотя бы, где они. Он мне сказал, что они возле старого заброшенного кладбища. А точнее, на старом корабле, который там стоял уже довольно давно. Но я знал, что там ошиваются бандиты. Я был готов просто прямо сейчас встать с этого стула и пойти убить Димончика. Ведь он бы мне все равно ничего не сделал, я намного сильнее его. Он сказал, чтобы я не торопился, и за последнее время он стал намного сильнее. Но я был уверен в своих силах, поэтому я сказал, что я все равно сильнее. На что он мне напомнил, что Димончик никогда не дерется честно, и может быть что-то непредсказуемое. Как бы я не хотел с этим соглашаться, но это была правда. Он сказал, что у него есть план. Мы посидели, обговорили план, перешептались и были готовы. Мне он показался довольно хорошим, поэтому сказал, что он должен сработать. Чоппер же сказал, что просто другого выхода у нас нету. И мы отправились туда. Чоппер пришел на корабль, и у него Димончик спрашивает: «Я надеюсь, ты мне принес хорошие новости?» Тогда он даже не подозревал, какие новости к нему пришли. Чоппер начал действовать по плану и говорит, что Каразму кто-то сказал, где он находится. Димончик сразу же начал подозревать в этом Чоппера. Он спросил: «Ты меня сдал Каразму?» Чоппер ответил, что нет, он этого не делал. И как только он взял в руки свой трезубец, тут уже был мой выход. И я ему сказал: «Не так быстро, Димончик». «Не так быстро, Димончик». Я думаю, после такого визита он немного приофигел и спросил, как я узнал, где он. Для меня, да в принципе и для него это уже было неважно. Разговор с оружием в руках бы зашел в тупик, поэтому я сказал, чтобы он убрал свое оружие, иначе будет хуже. На что он мне ответил, что он меня не боится, я ему ничего не сделаю. Я на самом деле думал, что Димончик так и остался с Икуном. Я у него спросил: «Уверен?» Но он оказался прав, у него был на прицеле мой друг, а точнее Денчик. Да и я был уверен, что в любом случае, если он начнет атаковать Денчика, я его просто убью. Но самоуверенности у него хоть отбавляй. Мне пришлось действовать немного не по плану, но я ему сказал, что он мне ничего не сделает. Дэн может и слабее его, но я все-таки в разы сильнее, и тем более я намного опытнее. Я уже хотел как-то решить эту ситуацию, но он все же начал говорить, что он меня выиграет и так дальше. Я решил взять его хитрость, и я ему сказал: «Так докажи это». Но здесь не хотелось сильно начинать драку. У меня в голове созрел другой план, и я ему решил предложить сделку. Я знал, что его заинтересует любая сделка. Конечно, получилось не так, как это было в моей голове, но все же что-то. Я ему предлагаю, чтобы он отпустил Дэна и Чоппера. Я еще даже не успел договорить предложение, а Димончик уже говорит, что Чоппер его накама, и он его не отпустит. Поэтому я сказал, что он это уже сделал. Я попытался ему объяснить, что выбора у него немного, и он уже начал спрашивать про сделку. Она его все-таки заинтересовала. Условием сделки было, что мы сейчас уходим в кафе, я, Денчик и Чоппер, а потом мы с ним встречаемся на темной арене, где мы будем сражаться. Я ему уточнил, что бой будет один на один, потому что я знал, что он никогда не дерется честными методами. Если выигрываю я, он оставляет Денчика и Чоппера в покое. А если же выигрывает он, то я становлюсь его подчиненным. Итак, он согласился на условия сделки. И мы с Денчиком и Чоппером отправились в кафе.
И мы прибыли в кафе обсуждать то, что произошло на корабле. План Чоппера все-таки сработал, но не полностью, так как там пришлось импровизировать. Денчик сразу же начал благодарить меня за то, что я его спас. Но вот в отличие от Денчика, Чоппер начал спрашивать, почему я все-таки пошел не по плану. Наш план состоял в том, чтобы я подкрался со спины и убил его. Я ему объяснил, что я не хотел начинать драку, так как на корабле было много его подчиненных. И сражаться у него на корабле было довольно-таки глупо. Дэн спросил, что же мы теперь будем делать. Но кроме того, как идти на дуэль и сражаться, мне ничего не оставалось. Если я проиграю, значит так нужно будет. Чоппер спросил, уверен ли я в своем решении. Я сказал, что да. Да и тем более я взял 2 часа паузы, чтобы подготовиться к этому. И зная Димончика, он может прийти не один, потому что он никогда честно не дерется. Но что делать, я не знал, поэтому мы приступили к общему обсуждению. Чоппер предложил заранее прийти на место и на всякий случай устроить ему засаду. Денчик предложил пойти и расставить ловушки. Какие ловушки и где он их возьмет, честно, я вообще не знал. Мне это показалось неплохой идеей, нужно было их только где-то достать. Но где их достать, это уже была забота Денчика. Он сказал, что если он придет не один, то ему же будет хуже. Сейчас было главное, чтобы он больше не вляпывался в неприятности. Я его предупредил, что его снова могут украсть, но Чоппер позвался пойти с ним. Ну а я же хотел проверить свою теорию по поводу Димончика и сказал, что кое-что проверю и приду. С помощью своего фруктопортала я пробрался на корабль, чтобы подслушать, что там думает Димончик. Я спрятался и начал подслушивать. Димончик, оказывается, все-таки крыса. Он сказал, что он не допустит моего выигрыша и будет бороться любыми черными методами. Я начал быстро убегать, чтобы предупредить Денчика и Чоппера. Я не знал, как скоро туда прибудет Димончик, поэтому я как можно быстрее туда и отправился. Денчик и Димончик что-то там делали в углу. Я им начал орать о том, что сюда в скором времени прибудет Димончик. Нам нужно было что-то срочно придумать, поэтому я сказал, что мы просто сделаем на него засаду и встретим его, когда он прибудет на остров. Эта идея всем понравилась, и мы просто начали ждать. Мы все стояли в полу АФК, как тут заметили, как пролетает В2 магма. Я на самом деле думал, что у него фрукт послабее, но все же у него В2 магма. Как только он прилетел, я к нему сразу же подбежал и крикнул ему: «Димончик, стоять!» Далее уже подтянулись Денчик и Чоппер. Он сразу же начал орать, что мы крысы и не выполняем условия договора. Я бы на самом деле поспорил, кто здесь крыса, но да ладно. Выбора не было. Нужно было начинать сражение прямо сейчас. Димочек сказал, чтобы Денчик и Чоппер не вмешивались. Я им сказал: парни, отойдите, сейчас будет очень весело. Не думал, конечно, что именно я буду с ним сражаться, но все же придется. Меня начали поздравлять с победой, но Димончик сказал, что это еще не все. Он сказал, что он взорвет этот остров через 30 секунд. Нам нужно было срочно что-то думать и куда-то убегать. Он еще и начинал подливать масло в огонь, что мы все вместе умрем. Слава богу, я быстро среагировал и крикнул: все бегом в портал, кроме Димончика. Далее мы сели за столик к менеджеру, чтобы все это нормально, спокойно обговорить. Денчик написал, что Димончик умер. Он сам этого захотел на самом деле, никто его не просил минировать остров. Чоппер предложил пойти отпраздновать победу. Мы были не против, поэтому мы отправились праздновать.